Всем привет! Сегодня мы будем делать ободок с цветами из глиттерного фоамирана. То есть это фоамиран у нас с блестками. Здесь он обычный фоамиран, а здесь с блестками. Его толщина 2 мм. Сегодня я возьму фиолетовый фоамиран. И также для этого нам понадобится ободок, линейка, карандаш, ножницы и термоклей. Ободок заранее я обклеила обычным фоамираном. Так. И теперь мы, давайте начнем. Сначала мы берем, так, одного целого листа хватает на один ободок, даже, может быть, немножечко останется. Теперь берем, получается, у нас длина нашего лепестка на цветок будет 2 сантиметра, а толщина 1,5. Так, 1,5. И получается прямоугольничек. И таких делаем, у меня в линии получается 15, и из 15 я буду делать цветочек. Сейчас пока я отмечу. Так, вот я вырезала полосочку, и сейчас будем вырезать прямоугольнички. И вот такие заготовки у нас должны получиться. И дальше будем им придавать форму. Теперь смотрите, у нас будет получается 7 цветочков, и у меня даже еще остался кусок фоамирана. Еще хотела обратить ваше внимание, когда будете приобретать, смотрите, цветы я взяла самоклеющийся фоамиран и не самоклеющий, то есть обычный. Здесь бумажечка отсоединяется, и тут он липкий. Но я хочу сказать, что цветочки, я уже делала заготовки, не держит вот эта самоклейка, очень неудобно, и я использовала термоклей, поэтому для цветов не подойдет самоклеющийся фоамиран. Его удобно использовать для обклейки ободков, заколок, ну и прочее. И поэтому на цветы лучше брать не самоклеющиеся. Так, ну теперь давайте продолжим. Сейчас нарежу я заготовки. Всего 15 штук. Дальше мы берем наш прямоугольник. Я беру обычно обратной стороной. И отрезаю уголки. Закругляю. Такая заготовочка получилась. Потом я убираю самоклейку, так как у меня самоклейка. Вообще как бы нежелательно, лучше простое. И так проделываю со всеми 15 лепестками. Я приготовила, теперь давайте уже делать цветочек. Так, термоклей у меня нагрелась. Теперь берем один лепесток, наносим капельку на краешек и загибаем таким образом. Сохнет. Теперь также второй лепесточек. Теперь клей вдоль нижней линии мы наносим. И загибаем. Мы приклеиваем таким образом лепестки. Лепестки всегда я блестками, получается, к нам клею. Здесь без блесток.
сейчас уже более смотрим на форму цветка в конце. Ну, в принципе, это как всегда в любой работе. Общий. Еще хотела давно уже сказать, может быть, даже говорила уже, по-моему. Присылайте, можете в группу ВКонтакте, либо здесь в Ютубе тоже писать комментарии, идеи для видео, может, пожелания какие-нибудь. Может быть, видели, а что-то не можете. Я по возможности все буду показывать. В принципе, мне присылали просьбы, я их выполняла. Ну, конечно, тоже с вами вместе учусь. У меня тоже не все идеально. И поэтому, если хотите, присылайте. Так, смотрите. Уже цветочек получается. Еще вот сюда добавлю. Ну, то есть смотрю уже на форму. Последний лепесток. Всего, как я уже говорила, 7 цветочков. И сейчас будем их клеить. Так, вот такой цветочек у нас получился. Как он выглядит? Вот здесь. Так. И теперь давайте будем клеить. Получается, вот цветы. Один центральный и три по бокам. Так вот. Теперь наносим клей. И приклеиваем. Главное, чтобы вот у нас был центр. Чуть сюда. И от них уже по три цветочка. Ободок я обклеила, чтобы лучше клеились цветы. Теперь приклеиваем их так, чтобы немножко касались лепестки. Вот так. Вообще, из такого фондрана более эффектнее смотрятся работы. Большинство людей такой фондран именно нравится. Вообще очень красиво. И, например, на выпускной какой-нибудь или на праздник очень красиво подойдет к платью. Такие ободки можно сделать просто с заколки или резинки. Тоже будет очень красиво. Я с такого фондрана уже делала работы. На канале есть видео. Там, по-моему, есть шпильки. Еще что-то, по-моему, было. Так, и последний. Здесь я оставляю небольшое место. Хотя по желанию можно, и некоторые хотят прям до краев. Но это уже по желанию. Так, смотрим приблизительное место. Чуть-чуть. Чтобы здесь было одинаковое. Ну, в принципе, почти одинаково. Здесь немножечко у меня... Можно подвинуть, пока не высох. Вот там где-то. И все, вот такой ободочек у нас получился. Красивый, блестящий. Можно добавить бусинки, ну, по желанию, в принципе, все что угодно. Вот такая работа у нас получилась. Если понравилось, поставьте лайк. И всем до новых творческих встреч. Пока-пока.